В Москве в подземном переходе станции метро Коломенская прогремел мощный взрыв. Пострадали 7 человек. Из них двое госпитализированы с сильными ожогами. По данным местных СМИ, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона при проведении строительных работ. Отмечу, место взрыва было закрыто для пассажиров, и среди пострадавших оказались строители. На график движения поездов московского метрополитена инцидент не повлиял.